Лекция на тему действия при ЧС. Как только вам поступает информация о теракте или похищении, вы должны уведомить об этом состав. Каждый сотрудник специального отряда обязан взять комплект оружия, бронежилет, щит и набор объектов. Собрать весь свой состав, находящийся рядом с офисом в гараже. Если количество сотрудников МЮ слишком мало, то привлечь сотрудников Академии разрешается. После уточнения места ЧС, главнокомандующий обязан указать всему МЮ место сбора. Также выдвинуться на место сбора всего МЮ. По прибытию на место сбора вникнуть в курс дела. После получения информации от ФБР распределить роли между ПД и выбрать грамотного переговорщика. Отправиться со всем МЮ на место ЧС. Отдать приказ об оцеплении места ЧС. После оцепления территории распределить бойцов по периметру. Вывести гражданских из зацепления. После установки связи с террористами выяснить информацию о заложниках. Если таковые нету, ну если заложников нету, разрешается незамедлительный штурм. Но если они есть, штурм нужно более тщательно продумать, дабы не навредить гражданским. Устранить террористов и освободить гражданских. Передать раненых сотрудникам МЗ. Когда сотрудники ФБР соберут все возможные улики, снять оцепление. Лекция окончена. Вопросы есть какой-нибудь у тебя? Какой-нибудь, какие-нибудь? Нет вопросов. Ага.